Мое почтение, дамы и господа, меня зовут Анатолий, вы на канале Смирнов с ПК, и мы продолжаем с вами играть, сейчас мы подключимся к пацанам в лобби. Запись пошла? Запись пошла. Пацанам в лобби, сейчас подключимся. Вот так вот, раз. Как добавить, как подключиться к лобби? А, выход. Нужно новое лобби создавать. Хорошо, сейчас создадим новое лобби. Локенбак. I've gathered a list of other hunters asking for help. Опа, а я здесь. Подожди, куда? О, заебись. Так. Так. В следующий раз будем играть. Мое почтение, дамы и господа, меня зовут Анатолий, вы на канале Смирнов с ПК, и мы продолжаем с вами играть в Фазмофобию вместе с Кириллом, Крисом, и как второго пацана зовут? И с... Костя здесь, нихуя, Костя, привет, ебать. Да, вот, вернулись все те, кто изначально должны были играть. Ко второй-то, блядь, серии, ко второй-то, блядь, серии, заебись. Ну да, в первый кто-то, во второй кто-то еще. Костя, поговори. Так вот, мысль не даете. Костя, поговори, пожалуйста, я же не знаю, какой это... Анатолий, отойдите в бок, пожалуйста, вы мне загораживаете экран, я нихуя не... Костя, поговори, пожалуйста, с нами. Да-да-да. Да, рандомно. Да. Так, надо прибавить чуть-чуть Костю. Я думаю, до 50, до 60. Так, ну-ка, Костя, еще скажи что-нибудь. Снежок. Так. Ага, заебись. Где-то... Нормально. Костя, пойдем прикол покажу. Костя. Пойдем прикол покажу. Идешь? Пойдем. Короче, попади шариком вот в эту, мечом в эту хуйню. В кольцо. Попал? Нет. У нас, короче, пока что попал единственный только Крис. Тебе нужно тоже попасть, и мне нужно попасть. Он в этом хорош. Да, он попадает... Я не понаслышке знаю. Он... Крис попадает во все дырки. Да. Блять. Давай, ну... давай в него кинем тогда, хуй с ним. Пусть он там мячик ловит. На, по нахуй. По поводу себя... Так сказать, я попаду, если это будет очень рискованно. Он к нам идет, бежим от него, прячемся. Мистеры, мы идем. Да, поехали. Да. Поехали. Поехали, почему мы не едем? А фонари, 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 купить фонари. Я добавил фонарь себе. Я добавил? Ебать, у нас 4. Нахуй. Оп. Не, нам 3 надо, 4 не надо. Да, блядь, подожди. Как нахуй брать? Ладно, похуй. Так. Купить, добавить. На всякий случай. Ну чё, вы взяли фонарей? А, бля, теперь 2, вот, теперь 3, все. Все, все, заебись, заебись, все нормально. Да, все. Так, все, готово? Да. Угу. Пацаны, пацаны, так, смотрите, поехали. Пацаны. Блять. Хотел кинуть в них снежком. Заебись, опять вылетела игра. Давай, давай вот эту, которую мы сейчас пытались. Не получится, значит, и нахуй заканчиваем на этом. Окей, все, выбрал. Поехали. Что, блядь, с этой игрой происходит, я не знаю. Ладно, что-то всё, ну, заебись, на этот раз все работает, блядь. Я... До этого что было, я не понимаю. Я беру блокнот, беру блокнот. Ладно, и рацию. Блять, тогда я возьму градусник.
Так, он всем отвечает, так что отвечает всем, сбежать от призрака, пока он охотится, стать свидетелями паранормального явления и сфотографировать призрака. Сука, опять фотоаппарат не взяли. Блять, я же добавлял. Неа. Ладно. Короче, игра очень-очень какая-то непонятная. Есть такое. Так, чё, пойдем найдем этот генератор пока. И... Ну ищи генератор, я пошел им поискать. А где здесь подвал в этом доме? Он есть же здесь? Да, его вроде нету на этой карте подвала. А как генератор включить? Он на улице просто? Да, где-то в какой-то комнате должен. Сейчас я схожу в фургоне, посмотрю, где генератор. Генератор, короче, поверни сейчас направо. Поверни направо. Вот, иди в этот проем, иди. Прямо. Прямо, 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 прямо. Теперь налево. Прямо, 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 прямо. И вот в ту крайнюю дверь в правом проеме. В правом, правом. Вот прямо иди. И вот здесь справа генератор. Нашел? Крис. Да, все нашел. Ага. Он как бы был включен. Заебись. Так, я бегаю, ищу температуру. Хорошо, я ищу МП. Так, здесь температура повышается. Так, здесь тоже повышается. Где-то же здесь была низкая температура, нет? Как дела? Что-нибудь нашел? Да пока тишина, пока что все в норме. Я уже тут. Пока что температура в районе двадцатки держится и все. Ну, у меня тоже все глухо, вообще не, стрелка даже не дергается. Здесь тоже ничего. И где же, блядь, эта комната? Ты комнату потерял? Нет, я ищу комнату, где находится призрак. Я тоже. Все вошел. Нашел комнату, снижается температура. А, на первом, на втором этаже. Первый этаж. Ванная комната. Иду к тебе. Стремительно падает вниз температура. Сейчас только найду, где это было. Вот, 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 иди, вот, 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 ты правильно идешь, вот, иди сюда. Прямо?
Вот ты только что здесь был, в этом проходе. Вот, вижу твой фонарик. Вот, иди сюда. Все, понял. Вот здесь. Во, скачет. Минуса пока нет, но она спускается еще. Я тебе скажу, если будет минус. Ага. Ну, у меня вот здесь вот дергается. Вот прям вот здесь вот. В двери. Пока что ноль. Ну, троечка. 0 градусов. Короче, минуса его и температуры нет. Ладно, значит, бросим это пока. Ответь в рацию, как тебя там, блядь, зовут, сейчас скажу. Эприл Вест. Так, ответь. А здесь есть стол или что-нибудь в этом роде? Эприл Вест. Просто положить на пол, может? Давай просто на Можно пол. Можно на пол положить. Напиши что-нибудь в блокнот. Эйприл Вест, напиши что-нибудь в блокнот. Так, у меня что-то перестало пока. Температура здесь продолжает падать? Нет, остановилась на 1 градусе. 1 градус ровно. Эйприл Вест, напиши что-нибудь в блокнот. Оставь меня одного, может, так будет проще. Он всем отвечает. Не, отвечает понятно, может, его проще сагрить. Ну, агри. Давай. Эйприл Вест, напиши что-нибудь в блокнот. Эйприл Вест, напиши что-нибудь в блокнот. Так, в блокноте пока тишина. Она открыла дверь в мою комнату. Продолжай говорить, там эта активность появляется. Она открыла дверь в мою комнату. Замечательно. Я закрыл дверь. Короче, температуры нет, пиши. Записи в блокноте тоже нет. Блять, атака. Она только что мне пшикнула в ухо, была атака. Была атака, записей в блокноте нет. Была атака, записей в блокноте нет, она посмеялась мне в ухо. Я знаю, что атака была, я как бы видел. Я только вышел, у тебя рация сразу отрубилась. Блять, я заблудился в этом доме, ёбаном. Я тоже. Блять. Короче, пойдем ИМП посмотрим. Дай мне ИМП. Ну, на тебе ИМП. Короче, я сейчас пойду посмотрю, посмотрю ИМП. Блять, это было вот здесь, по-моему. Блять, я запутался. Я запутался, по-моему. Ебать, стрёмно. А вот в этой комнате. Да не, нихуя не стрёмно. Я нашел комнату. А, ты уже здесь. А, как её зовут? Атака! 5 МП! Фу, блядь, ёб твою мать, она шикнула мне на ухо. Ты мертвый? Нет, я не мертвый, я просто затих. Она пшикнула мне на ухо, 5 МП было, ставь 5 МП. Так, у меня, блядь, нихуя нету. 5 МП было, минусовой температуры не было. Ультрафиолет не знаю, записей пока тоже нету. Мне пизда! Заебись.
Так. Где выход, блядь? Где выход с этого ёбаного дома, блядь? Сука. Да где, блядь, этот ёбаный выход? А, вот он. Так, надо идти посмотреть. Рассудок, сколько там? Ебать, рассудок 9%, охуеть. Так, значит, стать свидетелями стали, сбежать от призрака понятно, сфотографировать мы не сможем. Это что, это камера? Так, это камера, огонька нет? Огонька нет. Огонька нет. Короче, либо мираж, либо горё. Для горё нужен ультрафиолет. И для миража нужен ультрафиолет. И лазерный проектор. Ну, пойду я ультрафиолетом посмотрю. Короче, призрак, который Крис. Дай мне знак, мне брать ультрафиолет и идти проверять. Или мне нахуй съезжать отсюда, и мы с тобой поставим разных. Либо горё, либо я горё. Либо ты миража, и либо я сваливаю отсюда. Короче, кинь тарелку, если я беру ультрафиолет, и кинь чашку, если я сваливаю, и мы ставим с тобой, я горю, а ты мираж. Вот так, давай. Я подожду 5 минут, 2 минуты, и валю. И кинь там, я не знаю, что-нибудь другое, если мы этот... банка, блядь, заебись. А чё банка значит, блядь, либо чашка, либо блюдце, пиздец, я ж говорил. Чашка, короче, валим. А блюдце, короче, я продолжаю искать. Валим, я понял. Я ставлю тогда мираж себе. Не, я ставлю тогда, да, я понял, валим, валим. Я ставлю горё тогда себе. Параметры, горё я ставлю себе. А ты мираж поставь. Поставил? Кинь банку, когда поставишь. Все, поехали. Блять, пиздец. Короче, это 100% либо горю, либо мираж. Осталось понять, кто это. Абаке, блять, какого хуя Абаке-то, блять? Абаке, Абаке. Каково хуя-то? Не знаю. Блять, ну беда. Чё? Ну хотя бы какие-то денежки мы получили. Давай еще разок только, давай с Костей. Или не получится с ним. Да сейчас я попробую узнать, что там. Давай, вызывай Костю, если нет, то еще раз мы с тобой вдвоем, только в маленьком доме тогда. В начальном, в первом. И поставим повыше сложность. Или не, не будем нахуй, это уже оставим. Нам пока рано еще. Короче, с Костей немного не получается поиграть. То у меня проблемы, то у Кости проблемы. Да сегодня проклятый какой-то стрим. А потому что он проклятый, потому что мы играем в проклятую игру, блядь. Ай, ёбаный в рот, а! Как же мне бесит, когда хуй дозвонишься. Так. Сейчас попытаюсь достучаться, узнать, что он, блядь, там идет или что. Я пока строю свою дженгу.
Короче, до него не дозвон, его, блядь, в сети нет, он мне нахуй нигде не отвечает. Короче, последнюю катку. Давай, давай. В маленьком доме последняя катка. Уровень сложности такой же. У нас фонари все на месте. Сейчас я с фонарями разберусь. Фонарика одного не хватает. Давай один фонарик бери и поехали. Все. Все, едем. Есть. Поехали. Едем. Блять, и Крис пропал, инструменты пропали, спиздил все инструменты, нахуй. А, вот он. Так, нахуй, я в этот раз с температурой пойду. Я пойду с АМП. Я пойду с АМП, с рацией и с фонариком. Все, этот уже съебался, меня ждать не стал, да? А, вот он. Стать свидетелем паранормального, найти доказательство присутствия призрака при помощи детектора МП. МП я взял, рацию я взял. Все, поехали. Окей. Победная катка будет сейчас. Победная, смотри, да. Так, АМП, поехали. Так, где-то здесь была низкая. Или это на улице холодно было? А, кстати, да, дверь на улицу надо закрывать, иначе холод попадает. Ну, ее прикрывать, чтобы это знать, когда нас закрыли, когда нет. Так, в подвале чисто, а МП не было. Нашел что-нибудь? Да нет, я здесь пока не понимаю, у меня... Включили воду. Я нашел, иди сюда. Иду. Туалет рядом с выходом. Вот здесь 3 МП было у меня. Но температура здесь не падает. Хотя нет, начала падать. Значит, все равно здесь. Ghost, дай мне призрак. Блять. Дай мне призрак. Ghost, дай мне знак. Он дал знак. Все, выкидываю нахуй. Рация есть. Рация есть. МП 5. Пожалуйста. МП 5 не было. МП 3 было, 5 не было. А возможно 5 только при атаке. Кстати, я не знаю. Да не, оно может и не при атаке быть. А, было 3,5. Ghost. Это, наверное, засчиталось. Ghost, напиши что-нибудь в блокнот. Ghost. Come on here, Ghost. Everybody to нахуй, Ghost. 4 МП. Ghost, you член. А, you это я. Да. Не, подожди, нет, ты сказал, ты член. А, ну да, you, а я как бы... Привидение, ты член. Во, а, он зевнул. Зевнуло, да. Он кинул еще нам в нас. 5 МП! Все, ебать, 5 МП было 5 МП. Было 5 МП 100%. Так, я пошел за ультрафиолетом, сиди здесь. На тебе МП. Хорошо, сижу. На тебе МП. Как МП дать? Вот, на.
Живой? Живой. 5 уровень атаки, 5. Камера. Есть следы на двери. Есть следы? Заебись. Да. Так, ультрафиолет. Есть. А все, в смысле, а тогда что-то не сходится. Тогда не сходится МП, получается. Ну, АМП убираем пока, месяц. Ну, АМП, АМП был же. Минусовой температуры пока нету. АМП же был. Да точно АМП 5 было? Да. Ну-ка, давай еще раз посмотрю. А где мое АМП-то? У меня. Дай нам знак. Было 5 АМП. Как тебя там, блядь, зовут? Так, я пока камеру поставлю. Томас Хантли. Дай нам знак. Я поставил камеру. Пошел, посмотрю, есть ли этот... Томас, напиши в дневник. Дневника не должно быть, потому что тогда не сходится вообще ничего. Мы выполнили стать свидетелем паранормального явления и найти доказательства присутствия призрака. Хорошо, осталось определить призрака и все. И достичь рассудка. Температуры нет, оно... Огонька тоже нет. Записок нету. Огонька нету, 100%. Записок нет, минусовой нет, огонька нет. Протектор нести лазерный. Крис? Огонек, записки в блокноте и минусовую температуру. У меня получается Ну так АМП-то было. Ну у меня сейчас АМП, ну, тройка максимум. Там атака что ли идет? Нет. Нет, атаки нет, но чуть-чуть скакануло до 4. До 3. У меня до 6 появилось, до 6, до 5. У меня фантом получается. У меня тоже фантом. Ну короче, что, тогда дожидаемся расходка и поедем. Поставим фантом. Бля, я пошел. Стой, подожди, давай еще МП посмотрим. У тебя ты его не. Ну и взял с собой. У меня. Все, пойдем еще. Давай я посижу. Давай. Я посижу, ты на. Хорошо, я послежу за твоим рассудком тогда. Хорошо. Рассудок 62%, атака 0. Вижу, у меня даже стрелка не дергается. Томас! Томас Хунтли. Рассудок 57%. А, 67%. А, это мой. 59 твой, 56 твой. Твой тоже рассудок потом надо будет снизить. Да, я в курсе. Что по МП? 3. Атака 3. Ну сейчас мне пизда будет. Атака 5. Так, дверь начинает. Атака 7. Атака 5. Атака 3. Рассадок 50. Ой, рассадок. Рассудок. Атака упала. АМП, мать.
даже не доходит. Значит, мне... Звуки ходят, стучат. Значит, мне показалось. У меня здесь дверцу туда-сюда гоняет, нихуя. Рассудка еще 59%. У меня? Да. А, нет, средний, у тебя 47%. Попробуй его позлить, поговори почаще. И выключи полностью свет, свой фонарь, все. Что там, атака есть? Я тебе сообщу, пока все по нулям. Выросла до 2 единиц. Посмотри в камеру. Я вижу какую-то дергающуюся лампочку, и все. Темно. Вот теперь я вижу, как ты приседаешь. Ну, занимайся спортом, правильно. 5%! Ой, 3... 4... Блять, раз, два... 1, 2, 3, 4... 4% атаки. Всего лишь на четверку? Да, 38% этого, рассудка. Средний 52. Минуса нет, у меня градусник завис. Атаки, короче, атаки 0. Атаки 0. Короче, еще немножко сидишь, и пойду я. Он плохо на тебя... Он плохо на тебя агрится. Так фонарик и надо было выключать. Ты что с фонарем, блядь, сидел? Ну да. Блядь. Без фонарика, конечно, иначе нахуй он к тебе пойдет, он света боится. А где написано, что он света боится? Ну, блядь, я знаю, это призраки, они все боятся света. У меня тут по звукам крысы ебутся. Выросла, выросла, а, опять упала. 30% рассудка, 30%, 28% рассудка. Слушай, я говорю, может здесь не призраки, а крысы просто? Может быть, не сужден. 27% рассудка, еще чуть-чуть и выходи. Хорошо, если успею. 29%, 25% рассудка. Атака! Атака, Крис, ты живой? Умер нахуй. Блять, в среднем 50% рассудка. Блять, надо мне тогда немножко идти по этого. Гоуст! Тюх, нахуй ты пошел! Гоуст! Твой рот то ебал то! Гоуст, хуй соси! Жопой потрясу тебе в проем, гоуст! And хуй, рот твой ёб. Надо ехать. Да короче, ебал я ждать этого рассудка, да? Согласен? Призрак, который мой. Не который ёбнутый, а который мой. Что делаем? Едем? Просто рисковать всем, всем, что мы сделали? Не хочу. Хорошо, когда вы понимаете друг друга с полуслова. Фантом. Фантом. Заебись. Как я... Ты видел, как я с ним попрощался, с призраком, да?
Да, я слышал. Нормально? Я думал, ты хотя бы летающие фотки испугаешься. Нет, это я сразу понял, что это ты. Сколько у тебя бабок? Сколько мы за сегодня заработали? У тебя сколько? Да, где я там? Сейчас скажу. У меня 639. Хуя, у меня 992. У меня больше. Ну, мы где-то напиздил, да? Мы где-нибудь что-нибудь, если как-нибудь, может, что-нибудь и купим, если будем еще играть. Ладно, значит, на этом мы с вами, ребята, попрощаемся. Передайте привет... кому, блядь, пока? Передайте привет, передайте пока, спасибо всем, кто был на стриме. Передайте... Кто ржал. Да, передайте пока Крису, помашите ему рукой. Вот так вот, встаньте перед ним, вот так вот ему. Да, и посмотрите жопой. Короче, ладно, ребят, всем спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, подписывайтесь на канал Криса. Вот, всем пока, скоро увидимся.